Кому там что дать? Под друидом крест. По друидам крест обновите. Рыча. Все готовы, гуляем. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Горкрон, взлетаем! Настрома, я так понимаю, будет. Вы видите, что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! По времени, лисенок. Сейчас в четвертом квартале. Все, пушки стреляем. Друг, уходи, уходи! Заморозка через 15 секунд. Артём, перелетай. И перелетели, по ледяному сыграли. После него мы его в конце убиваем. Всех? Да. Всех четверых. Они уже апнули. Все, вернулись на свой корабль. И перелетели. РДДшники, играйте по ближнему бою. А, маг упал, верните его, если есть возможность. На скольких стаках скидывать этому муродину? Ну, у него 30 будет, скинем. А, все, скинули. Все, перелетели. Просто сыграли. Дальних, ближних таких. Дальних. Милишники все играют по дальним, РДДшники по ближним. Все, возвращаемся на корабль. Корабль вернулись. Все, помогаем на нашем корабле. Через 10 секунд заморозка будет. Заморозка прошла, перелетели. Попросту сыграли. По дальним мобам сыграли милишники. Вернулись с корабль. Пушки играют. Чистим мобов на нашей базе. Сколько там стаков у него, Артём? Нету стаков? Нормально. Играем.
все дальних мобов залили. Все вернулись на корабль. Мобов на нашем корабле убиваем. Заморозка прошла, перелетели. По красу играем. На Гиана вылетел. По дальним могут играть. И вернулись на корабль. Мобов убиваем на нашем корабле. Помогаем. Перелетели. Играем. Дальних мобов убиваем. Все вернулись на корабль. Мобов убиваем на нашем корабле. Что, пушки добьете, нет? Не, не добьете, походу. Надо будет еще раз лететь. Все, нормально, молодцы. Отлично, хватило. Кух, нас один вылетел. Не нужен не трогать. В самом начале вылетел. А, это лог. Рыбку поставишь? О, печенька. Шея. Блядь, печенька, блядь. Тринька, блядь. Печенька. РЛ, поставишь рыбу, пожалуйста? Да, рыбу поставил, рыбу кушайте. Замануха, ну давай ближе к делу. Там когда распаливать будем, я думаю, они никому не нужно будет. Каску обновите, пожалуйста, по рогам. Обновите каску по рогам, ребята. И кулак, пожалуйста. А где танчить будете? Наверху или спускаться будете? Наверху, наверху они будут. Наверху. Окей. И по магам каску дайте. Дайте арче. На баф? На пул. Вова на Гиана, все готово. Паладин на баф. Кто бафает кулаки? Дайте по рогам кулак. Только что присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим
этот мир во имя плети и во славу короля лича. Там... Да кулак там вроде никто не просит. А, по рогам. У рогов нету кулака. По рогам дай кулак, Марина. Я себе поставил сейчас на танка, блять, активацию по голосу. Не флудите, чтоб мы с танком все что не топили, менялись. На дисперсера этот заманал. Сразу дашь на пол. Как активируется. Рендж между собой держать? Да вообще желательно бы, конечно, всем поближе встать. Но, в принципе, без разницы, все равно не сильно лупить не будет. Ты хочешь, танк, говорить мне, когда с тебя забирать босса? Ну, плюс-минус. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно плеймя... Заманал на полную... Дисперсия. Дали герл. Забирай. Мобов залили, все в мобов сышли, все били мобов. Точечными ударами залили. Забирай. Зачем ты раньше танк нажимаешь? Ну, руна кончилась, я забираю. Нет, неправильно. Да ебаный урод. Нажми запомнить цель на меня. Когда на мне руна появится, тогда забирай. Да мне ДБМ говорит, как бы, я помню, вижу. А ты на ДБМ не обращай внимания, смотри по факту, как босс вешает. Держите ХП. Вот, забирай. По-моему, сыграли мобов и были точечными ударами. Какой рейд держит? Держим ХП, по мобам собирали, мобов убили точечными ударами. Все свечные с мобов. Нет, гимн на ману, давай. Держим ХП рейда. Мага не уроните. Поднимите ХП, мобов свечник. Джанет на ману, дай. Ну тогда Ника, дай гимн. Захиливаем рейд, держим ХП. Извините,
Мы бы вышли, по-моему, сыграли в Германии. Держим хп рейд. Всех на пол захилим. Ну, я думаю, с таким ДПСом профом может и правильно. Ух ты, нихуя себе, какой клинок выпал на ДК охуенный, которого у меня нет. Ну-ка, что-то я не вижу, что выпало. Похороним тебя, как подобает, в награнде, рядом с матерью и предками. Сука, она когда-нибудь упадет, нет? Ой. Паладин, резни, пожалуйста. Мы до конца идем. Конечно, до конца. Да, Джайз еще потравим, я думаю. На что там выпало? Клинок и две печеньки. Вон там Джайна уже ледяные ловушки включила. Активировалась. Весь рейд полег аж. Печеньки на друида есть? Есть одна. Одна там вонь друид, по-моему, что такое. Одна ДК нам лок. Это не надо. Дайте, идем в чурок в этом. Вот это да! Телепорт работает. Я чувствую, как король лич. По стенке идем или гард собираем? Да-да-да, по стенке. Дима, походу все-таки придется донатить, блядь. Уволю, что ли? Ну. Хан, тебя посылай. Да, я тебе вот реально скажу, блядь. Короче, ходили с другом, собирали целка, у него воля как была, и он не может себе ее как бы взять. И он мне говорит, давай я, говорит, тебе типа пока дам. Типа. Я говорю, давай, хули, я, блядь, ее потестил, вообще ни о чем. Прокает она, конечно, долго. Ну, блядь, она падала. Лучше мне чешку возьми, я тебе скажу. Если не соврать, я собирал с анролом. Она, ой, точнее без анрола. Блядь, ну, не написал, вообще забыл то, что я не написал. Вот, и так как я не написал, я, ну, как бы, паролился, ребята. Она мне упала, сколько, это было 6 недель назад, или 7. Единственный раз, который я ее видел за все время. Я тебе скажу, бля, лучше чешку реально задать. Больше пользы. Ну, бля, как бы всегда были, как бы топовые три, не считай. Воля и чешка, Навара, это топ. Не, зов и чешка, это вот самый топ. А воля, блядь, ты знаешь, на первое время. А чё она, кстати, часто прокает, или так же, как воля? Чешка. А, чешка, она вроде каждый этот. Ну, она, блядь, больше там прокат, типа, блядь. То, что больше прокат. А воля, она, знаешь, может прокнуть, может нет. Вот и гадай потом сиди. Да я говорю, уже тестил, короче, получается, на боссе. На тухлом гнилу. Гнило его. Ага. Два раза, короче, прокнуло. Потом второй пул, когда валикал. Потом второй пул, один раз прокнул. Я говорю, как повезет. По мне так лучше, блядь, если что-то донатить, нахуй, то это точно не тринки, нахуй. Потому что, блядь, как бы они в ПВП здесь не работают, и, блядь, толку от них. Лучше, блядь, пояс, нахуй, задонатить, блядь, там кольцо, нахуй, силы гнили, нахуй. Да,
ты ему можешь вообще топор, блядь, сжать. А, тот, который 284, ну да. Ну, когда он такой-то, в принципе, как ШМ, блядь, только без проков. Да сейчас, блядь, новый контент, типа, будет, новые пухи. Смысл, блядь. Новый контент? А чё, они же вроде ничего не собрались сейчас открывать. ЗСОК будет. Когда? В конце августа? Ну вот, где-то, да. Смысл, блядь. Вставайте за стенку, где медведь стоит, чтобы вы не сдохли. Что отсюда делать? Стоять просто? Когда истребление будет, туда встаньте. Сейчас можете тут стоять. Захилить потерять. Так захилит, можете выйти. Ну, в принципе, уже собаку подвели. Так что смысла вообще донатить, блядь, нету смысла. Джанет гимн на ХП. Но она не слышит, да, в Дискорде? Да нет, вроде слышит. Ну, а, все, упал танк. Ну, на корабле говорил. На пушку сидит. Сначала. Да что-то хилы и себя не захилили. Или что им не помогло? Пиздец. Чтобы на собаке сдохнуть. Че, убили, нет? Нет. Да кого не убили, там 500 тысяч осталось. Чуть-чуть. Лошары. Это ты про хилов? Встали, прибежали. Без вайпа уже скучно. Ну что-то вообще совсем охерели, ну, блядь. Зашли, блядь, еще нового квартала, ни разу не вайпнулись. А нет, вайпнулись. Собака сгила! Ну это знак, что ленточка будет. Ага, хуенточка. Как раз собачку убьем и все. Да че не работает это долбанное массовое воскрешение? А шо с масресом? Сломался что ли? Ну, да нет, нормально вроде. Там некому было воскрешать. А что, есть у кого-нибудь это настойка метро? Рыбу кушайте. Зимона, вставай, лисёнок. Бля. Дайте рыбак порейду. Кушайте рыбу. Огурцы берите. 1200. На час со скидкой на 1200. То шо, ШМ 1200? Ну, 1350 это вроде героическое. Пиздец, конечно, блядь, цены. Вот реально цены загибают. Лучше пойти на X1, блин, купить эту Вольву за пятихатку и, блядь, пофаниться там.
1250 это что, долларов, что ли? Ага, старых добрых американских деревянных рублей. Него на Виби мусает. Виби. Mm-hmm. Давайте, тащите собаку. Ой. Напуливают. Да уж лучше пускай стоит, всех дамажит. Проверим, как его. Скучно, встаньте, пожалуйста. Подпост. Скучно, встаньте, пожалуйста. Поплотнее встань. Вот и на природу. Не, захиливаем, блин. Ух, поверил. Сейчас получите. Бля, где мех? Не понял. Она растворилась. А на кого КВ будет? На Ильича, ну, походу, на Джайну, наверное. Говорят, ловушки активировать или что? Надо убить потом. Это не будет он, да. Сможем профессора убить? На изи. Нет. Легче, чем корабли. Я так не думаю. Я вот 2 года играю, до сих пор Броха не убил. Не, ну если все тактику знают, то если это можно. На кого? А не проще пойти в десятки убить Броха? Да десятки никто не ходит. Не ходит. Сегодня собирали его, бля. Так там нубы собирали. На 2 босса. Босса. Угу. Мощно. Ну как пошел, там на ребре они упали и все. Что... На этом все понятно, да? Че, налево, направо? Налево. Давай посередине и бомба. Налево пойдешь. Че ты задруля, а ты иди, я тут постою. Мак опасно хавать сел. Че, раком что ли? Че, не было? Ловушки? А, опа, вот она, ловушка. Под конец ловушка, что ли? Угу. Он решил потанчить. Отбеги куда-нибудь, там один моб забагался. Хуешка. Мы идем не полным составом. Нас нет.
Но его уже давно нет. Так. Крест. Череп. Так, РЛ, можешь, пожалуйста, страту напомнить? Страту напомнить? Чё, падает три споры. Одна спора остается под боссом, одну спору выносим в крест, вторую спору выносим в череп. Все, элементарно, ничего сложного нет. Самое главное не тупить со спорами. Если все спокойно споры будем выносить, то ну, никто не умрет. У всех будет достаточно стаков для того, чтобы проживать его переходку. Нормально. Стараемся близко не стоять, чтобы не заболевать друг друга. Самое главное, когда сфера сбегается в крест и в череп, все должны, кто находится с той стороны, сбежаться в эту метку. Получить стак поганище этого, или как он там называется. И все, соответственно, дальше разбежаться по своим местам и бить босса. Вокруг там босса не надо там ничего становиться, тут у вас рейнджа хватит. Вот хотя бы вот так вот, вот смотрите на крест. Сова стоит, вот примерно РДДшник может один встать. Вот здесь встать, вот здесь встать. Ну то есть не надо уходить куда-то далеко. Вы можете поближе вот так встать и, соответственно, с правой стороны точно так же. Не надо далеко там разбегаться, там рейндж набирать, там, блядь, 20 метров, боясь того, что вас кто-то заблюет. Не, нифига, вы друг друга не заблюете. Споры падают на трех человек рандомно. Это могут люди быть в РДД-зоне, это могут быть в мире-зоне, и она падает рандомно. То есть, соответственно, нужно одну сферу будет спору вынести в босса, и две споры оставить на кресте и на череп. Я буду анонсировать, кому куда что бежать. Конечно, не паникуйте. Почему куда ближе? Ну, вам, в принципе, одинаково. Самое главное, две споры не выносить в одну. Так, по бафам вроде бы все есть. Давайте РЧ. Медведь. Мусает. Маг. Сейчас, секунду, что-то боб завис. Да, посмотрим, ДПС, в принципе, должно хватить. Да, все, маг готов. Дополни дисперсера. Дисперсер, гуляй по готовности. Геру дали. Лисенок, я думаю, ты знаешь, когда там ассераур прожимать. Я думаю, прожмешь, додумаешься. Нет. На Гиана Чипина. Так, и. В одну, в подбосса, подбосса, подбосса. Ага, шаман, молодец. Отдел. Держите ХП. На скольких стаках меняемся танком? На 5. Лисенок заманал. Одну в череп вынесите. Кто молодцы? Зачем 4 уже? Я нечаянно жил. Все свои пока танка держите. Что ты про бурсы сказал? Берните, дисперсер быстрее. Нормально, все есть. У ХП ему поднимите. Ребаф дайте по нему. Скажи, танк. Вергенс упала с пальмы, мусает. Все, молодцы.
А мне можно выходить из мили? Не понял, что еще раз? Выходить из мили можно? Если падает, за фу за теорией. Если в миле падает метка? Нет, я просто, ладно, после рейда. Захиливайте рейд, держите хп. Лили, лисенок, чипинка. Давайте, на 2 минуты. Захиливайте рейд. Лисенок, прожми, мать сраула. Хильте чаще. Хильте. Брусты пока для своей, давайте. Тармия, мега стрик и психонафт. Психонафт, выйди в крест. Зачем ты не завели мастер дал? Всё, стоим как стоим. А, погоди, я перепутал. Другим кем. Чё, забираю? Поднатужьтесь, у нас 1.5 минуты, чтобы его убить. Забирай. Захиливайте рей. Друида, БРните танка. БРы. Блядь, дисперсер упал. Ну вы чё, ёбаный свет? Тихо. Ну, ребав, дайте по друиду. Поднимите дисперсеры ещё раз. Если есть возможность. Жанель, Замана, Мусейф. Выйдите. В мили-зону. Одного нам дайте. Сорок секунд мы уйдем, если попадем. Еще одна идея. 30 секунд. Захиливаем, блин. А, друид упал. Там, ДК. Ты гирейды танчишь? Чего? Ты гирейды танчишь или ты просто в танки не играешь, ты в ДД играешь? Ну, я как бы танчу и ДДшу, и танчу. Ну, ты знаешь, как танчить здесь надо? Ложите, сейчас убьем. Знаешь? В принципе, да. Ну как, расскажи. Ну, стаки эти, вздутие живота, меняемся, и, в принципе, все, что-то еще тебе. Босс делает 3 вдоха. После 3-го вдоха он кастует едкую гниль по рейду, которая не убивает рейд, только когда рейд словит дебаф от споры. 3 дебафа от споры, рейд точно не упадет. 2 дебафа там получит дамаг. Значит, танки, они отдают свои прожимки. Прожимки отдаются не тогда, когда на боссе нету стаков. На боссе тоже есть стаки. 1, 2 и 3. Когда босс вдыхает 3-й раз, на полу нету вообще газа. Тогда босс начинает наведи на боссе мышку и прочитай, сколько процентов урона и скорости атаки у него увеличивается. И он начинает бить и быстро, и сильно. И на этот момент нужны прожимки. Ты отдаешь незыблемость не вовремя. Ты отдал незыблемость, когда я держал босса. Ты забрал босса, ты умер сразу. Угу. Понял. Последи за этим, посмотри, как хп проносится с удара. Ну, короче, понятно, на едкой гнили давать. Нет. Да, СССР, раскидайте на друида и на... Здесь не надо тебе ничего на едкой гнили давать. Ты прожимаешься под себя. Друиды, сколько БРов осталось? У кого? Плюс они тем, у кого остался. У танка остался. Все БРы потратили. Первая пати без КД. И Эрдру без КД.
Давайте, био на 1 минуту, на 2 минуты кому-то надо сходить. Живс есть или хламобот у кого-то? Все здесь дайте сразу фаури баф, чтобы все подошли и мы сразу напугали. Какие у тебя символы стоят, ты ДК танк? Ну еще ДК танк. Вот этот талант, 3 из 3 обязательно брать надо в танке. Вот это не надо. Вот это и вот это надо на фрут. Вот это надо. Талант видел, воля мертва? Только за счет этого таланта ДК является первым танком. И это на минуту. Вот смотри, ты Халёна не убивал в 25-ке? Ты отошел, наверное, да? Ты отошел. Можно мне спекнуться? Кому? В Техила. В смысле? Не понял, еще в Хила одного? Да, я спекнусь в Техила. Спекайся. Три Хила хочешь пойти? А на что, два? Я рестер друид. Я хочу спекнуться в Техила. Что такое Техила? Все, забудьте, я уже спекнула, все нормально. А что это такое? Сама. Сидит по тактике. Техил, что это? Танка хил? Это таргет хил, да, потому что паладин не выхиливает танков. Да. А я не выхиливаю из-за этого рейд, потому что нервничаю. А как у тебя рейд? А, вот это первый. Идиотка. Идиотка? Так, все, все готовы. Забудь. Что за... Берсер пуляет, напомните Берсера. У тебя ободрение 0. Что дай? Рычи дай, РЛ. Все, дисперсер готов. Дисперсер пуляй, напол на него. Геру дали. Все прожались. Захиливаем рейдера. Верим в Техила. Вергинг, Ауди, Питокси, Питокси, в череп. Нормально, нормально, все нормально. Ауди, вернись. Вернись, вернись. Да, да. Бей. БДК, я тебе скажу, когда не зеркнуть сказать, ладно? Хорошо. Закиливайте рейд, рейд падает.
захил, 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 захил людей. Ухо попали, они. Заманао, Сонго, Нивона. Выйдите один к нам, Заманао. Сильнее ты хил давай. ДКшник. Кровь вампира можешь отдать. Похиливайте. Захиливайте рейд. Ухо хп. Поднимите в ухо хп. Давай не забьемся. Води Мусаид и Верминс. Один в миле в зону выйдет, много выше. Что он вдвоем-то стоит? Вдвоем встали. Не-не-не, один назад, назад. Блять, в череп надо было пиздец. Я перепутал друида, блядь. Так. Мастер ауру, прожми паладин. По хп захиливаем рейду. Берните одного. 8 стаков у меня. Я забрал. По хп захиливаем. Бер. Друиды, дайте транквил. Пали. Вот это вот то, что вот на этой метке. Паладины могут боб кинуть мне на ДК. Спор! Там две споры в миле. Две спора. Опять две споры вместе. Видимо на танке. Видимо на... Мне, наверное, надо в крестик было побежать, да, танк? Извините. Ты хил, давай поменьше, пожалуйста. Скажите Джанет гимномана. Джанеля, дай гимномана. Дисперсер упала с пальмы, чипинка. Дисперсер в миле остается. Вон по ней-то жертвенность, давай, дай на твои. Кусты по мишку. Побед, давай. 18 секунд спадут стаки с меня. Надо. Угу. КП рейду держите. Изыблемый, сколько КД у тебя? 7 секунд. Угу. 5. Минута 2. Не успеем. Забирай босса. Спали, баф. То, что захват руну у тебя нет, это плохо. Давай, не забивайся. Питокси, психонавт, выйдите из рейда. Один крест, один череп. А куда? Крест, череп. Череп. Все, потеряли себя. Психорак. Кровь вампира отдавай. Конечно, не успеваю. Мы его не убьем. Вот берса. Можете к воротам уходить. Можно не хилить, не танчить, просто ложить к воротам. Дайте. Опа, дайте. Да вроде ж ДПС нормально. Да нормально все с ДПСом. Со спорами затупили два раза. Там не в спорах дело. Дело в том, что... Потому что спор, не было стаков, и из-за этого их ваншотнуло просто, и все. Отдайте боб. Масре сделаю. Все, паладины не могли боб отдать. Че, масре? Диван. Предлагаю разрулить шмоты и разойтись. Почему? Убьем сейчас? Убиваешься, что ли? Не будете? Так это рофл был. Пала, а вы можете этот самый там, макрос прописать, чтобы дисперсеру кинуть боб, когда попрошу, чтобы я смог стаки? Не, ничего не могут.
Они только бурю нажимают одну кнопку и все. Ну, с Редрику бомбанида. Ну, я его попросил кинуть жертвенность, а он не кинул. Он, наверное, не умеет, поэтому... Сейчас танки были нормально. Почему-то сказали, ложитесь, потому что ДПС не хватит, Берса мы его не убьем. Ну, причина, да. Почему Берса и мы ее не убьем. Ну, давай я тебе назову. Потому причину. Что мы ваншотает вам. 30 секунд. Вайп делает, 30 да. секунд до Берсы и 14 лямов. Как ты за 30 секунд 14 лямов ХП снесешь боссу? Вопрос. Только что была сказана фраза. ДПСа нам хватает. Дело в спорах. Нет, не хватает ДПСа. Значит, мы пришли от того, да чего скакали. ДПСа не хватает. Хватает тут всего ДПСа. Ну, как вы хотите убить этого босса? Нет, там не в спорах дело. Просто нету рейда. Пусти спорах, смотри, спору не вытащили, 5 человек сдохли. Вот эти 5 человек, можно сказать, по 2,5 ляма снесут. Там больше 7. Да нет, там просто сова дает 4700. Лем дает 6000. Это не проходной для сейчас мы ласт трайва еще, потом идем зеленому убиваем. А, зеленому ну, я бы не трайл, ДПСа здесь нет на убийство этого босса. Ну, квеста нет, кому-то кровь нужна. Ну, как хотите. То, что еще один раз тройнем, ничего страшного от этого не станет. Так, паладина, каски, пожалуйста. Просто зря время потеряем, всё. Я могу, если что, еще в хила спекнуть. Да, ну еще... Хила, не в хиле! Хила, в хиле! Ребят! Ты мне линковал этот воля мертвых талант. Но он здесь, походу, вообще не работает, ни хрена. Пробивал я его себе, как бы, ну, что-то разницы никакой нет. Он, по идее, бафом должен бафаться, но его нету. Нет, он работает. Нет. Пассивно? Большая просьба, можно попросить вас, ребята, не надо следить за косяками других, следите чисто за своими. Если вы думаете, что вы топ, это не так. Пожалуйста, посмотрите за тем, что вы именно вы делаете. А тут только один топ в рейде, это Ауди. Лучше всех играет. Ой, топ в рейде. Ну да, кроме Ауди, да. Я себе делал такой спек чисто с волей, ну, с волей мертвых. Но потом, когда ходил, вот, ну, груль там еще куда-нибудь, много, ну, как бы говорят, что лучше с двумя аурами гонять. Ну, типа, чтобы цепки, когти были. Берешь волю и две ауры, и все. А в третьей ветке есть? У меня тогда... В третьей ветке, если я не беру эту парашу, у меня АУЕ агро, я вообще не могу... Тебе не надо АУЕ агро. ...держать никого. Ну вот я вот, допустим, сам для себя хожу в РБК, нахуй, чтобы фармить, блядь, знаки нахуй на печеньке. Я не могу там вообще танчить нормально. Удалите, пожалуйста, камеру, следите за спорами. Дисперсер, пуляй на полный дисперсер. Геру дали. Захиливаем, ли? Этот талант работает, у него нет скрытого кулдауна. Не, я понял, просто у меня вот такая ветка пробитая, чтобы, блять, хоть как-то нахуй АУЕ получилось. Давай Нимона, в миле, быстрее. Захиливайте рейд. Копать жителей. А где следующий давай? Нивона, Лилит и Токси. Я в зоне. Лили остается в миле. Молодцы.
Я топ. Захиливайте рейд. Пол хп держите, поднимайте. Отдавай кровь вампира. Мало. Печально, не забывайся нажимать. Заманал, Солгольм, Биби. Заманал, выйди в рейд. А, вот уже друид вышел, друид вышел. Да, молодцы, нормально. Бусты по КД свои, давайте. Мишку хили. 70 так. Захиливайте друида. Друида танка захиливайте, держите КП. Мастер аура, дай поводим. Захиливаем рейд, поднимайте хп. Бурсы по КД свои давай. Меганострик и психонавт выйдите. Молодцы. Бьем босса, 2 минуты. Все по КД стоит прожимать. Захиливайте рейд. Вон Бонит, отдай Джанель жертвенности. Джанель, Мегастрон и Вергенс. Джанель, выйди в рейд. А, вот уже прибежала. Все нормально. Ну, Рэдрик этот не слушает Дискорд. Бля, забрать друида, так, танка. Бля, друида, поднимайте танка. И второго танка поднимайте. Быстрее. Забирайте его для себя. Сразу же. Еще раз поднимайте. Еще раз поднял. Пул ребаф, дайте по ним. Блять, вот это время не потеряли. Ну мы не видим. Весенок с Гиана. На Гиана и Весенок будет. Убьем. Нет. Могу бомжей вызвать. Тапками, сука, закидаем. Ауди, кидай бомжей, дисперсик, кидай бомжей. Нахуй-то нам. Натушьтесь! Прихиливайте рейд. Иди, блядь, транкил. Прихиливайте, прихиливайте, прихиливайте. Держите хп рейд. Давайте, давайте, давайте. Никто никуда не уходит. Да нет. 5 секунд, блядь, заберсы. Ну чуть-чуть. Ой, я сел. Ну три ляма. Ну вот это вот то, что видишь, блядь, танков, блядь, убило. И время потеряли вот из-за этого, блядь. Три ляма. Мы бы его убили, блядь, три ляма. Нам а сейчас ДПС, отлично. По 10-й строчке ДПС, и все. Ну вот снизу вообще пиздец творится. После 13-й. ДПС прям. Прям, блядь, вовремя все хватает. Вот то, что бля, танки падают, из-за этого вот мы вот сейчас время потеряли. Ну так а давайте подумаем, почему танки падают. А что у нас у него? Потому что хилдно. Да не, ребята, у вас ДПСа не хватает. Дело не в том, что танки падают. Идите, блядь, купите, блядь, все эти на банки, блядь, на СПД, ап, ёпта. Дайте ДПС, блядь. Вот по 100, если каждый даст, там, 100, 200, 300 к. Это вот еще почитать, ну, на весь рейд. Видишь, рейд. Это да, пугарит. Да какая мне разница? Я вот пришел... Вообще не носит.
Не знаю, у меня банка висит 30 минут, блядь, на 2 пола. С 2 пола я выпил банку. Ну вот, это, походу, мы два с тобой таких человека, у которых висят банки. У остальных нету банок. Пускай летят, Доларан 2 минуты, 3 минуты перекур там. Кто кого есть, и выпьют, постоят, подождут. Не, ну серьезно, РЛ, вот посмотри, 19 место. Нет, если вы хотите реально убить босса, идите банки покупайте. Вот реально это помогает. Можете топовую? Конечно, поможет. Эти 3 ляма как раз таки банками оно и перебьет. А, ёпта, она и пробьется. Там по 100, нету одного человека. Чтобы это помогло, люди сейчас этим... нужно, чтобы ретрик давал длань жертвенности, когда его просят, а не нажимал одну бурю. Если бы он дал длань жертвенности, может, его заменим по танку, то по нему приходило бы на 20% меньше урона. Сейчас мы средства даем, идем убивать зеленого, потом идем на Валю. Да не, давай убьем, блядь. Пускай летят, покупают банки. Ну если у всех времени хватает, я лично не против. Я могу его еще потратить.